На равных участвуют российские и европейские компании. Но они же сами не продают. Ввели эмбарго, дефицит. Мы-то здесь при чем? Опять будут на нас сваливать. А идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели. Диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого – подорвать энергетическую безопасность целого континента. Повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, немало Европы, по территории Украины, два потока. Все в свое время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в 3 раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить. В данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть.